Если у вас свой частный дом, то расположить птичник, ну, можно. И вы не хотите его строить отдельно на улице, расположить его можно, ну, в общем, в трех местах. Там пустующий гараж, пустующее подвальное помещение, ну или вот как в моем случае чердак. Но это недостроенная мансарда, пока не использующаяся. Вот. Я маленький птичничек расположил там. Вот, в общем, такое помещение, чердачное практически. Часть его я перегородил элементарной решеткой, ничего не мудрствовал, и обшил это все изнутри пенофолом. Ну, такая вспененный полиэтилен, амальгированный с одной стороны. Вот, в общем, тепло держит неплохо. Вот так вот. И вот сам птичник. Вот это помещенница полностью. Все стены я обшил вот таким вот, в общем, пенофолом. Таким теплоизоляционным материалом. Значит, в таком помещении можно расположить 5-10 клеток. Ну, это порядка 5 клеток, это 200 голов. Ну, если нормально рассаживать, не переуплотняя. Вот. Ну, соответственно, 10 клеток 400. Значит, сами клетки, ну, расположил на обычной элементарной этажерке. То есть, лукаво не мудрствуя, из 4 реек я сделал вот такие вот стойки. Значит, между полом и потолком на распорочках. И с другой стороны то же самое. То же самое. Между собой я их никак не соединял. То есть одна такая стоит решетка и вторая стоит решетка. На расстоянии, ну, соответствующем клетке, высоте клетки, я сделал такие вот перегородки, направляющие, ну, в общем, на те рейки, на которых непосредственно клетка держится. Ну и вот смотрим, вот она сама клетка, конечно, ее плохо видно. Вот она стоит на этих реечках. И по этим же рейкам, по ним же, движется поддон. Ну вот, например. Вот оно задвигается под нее, выдвигается. Это для чистки. Но это время еще не яичное. Тут я собрал весь урожай. Вот, ну, правда, вот они уже что-то мне снесли. Так, что дальше? Система водоснабжения. Система водоснабжения. Вот такая вот 5-литровая. Ну, она была чуть больше. Бутыль, трубочка. И по этой разводке, в общем, вот поилка, которая у меня поплавковая, которая выложена в одном из моих роликов. Вот к одной клетке подходит. Вот вторая ниже. Следующая подходит к другой клетке. Ну, здесь у меня капельная поилка. Ниппельная. Ну, на мой взгляд, она, конечно, удобнее. Вот. Ну, дороговатая, но удобная. Помятуя о том, что один ниппель стоит 40-45 рублей. Ну вот на клетку от 4 до 5 надо, ну, считайте, 200-250 рублей. Вот в одной такой этажерке, в одной стойке помещается 5 клеток. Раз, два,
извините, 4. Вот, 4 клеточки. Нет, есть по высоте. Если вам рост позволяет, конечно, можно и пятую бабахать. Так, ну что еще по этому поводу? Освещение минимальное. Вот у меня лампа стоит энергосберегающая, светодиодная, на 9 ватт. В общем, она кушает 9 ватт. Но освещение как у сороковочки, если речь идет о лампе накаливания. Ну, это вот отдельное у меня, просто тут свет из окна бьет. Поэтому пришлось вот затемнить вот так вот. Вот так вот эту клетку. Так, с отоплением. Ну, опять же, в наше время столько возможностей у сантехники с этими пластиковыми трубами. В общем, я сильно не заморачиваюсь. У меня тут по чердаку, ну, утепленный, конечно, проходит. Ну, в общем-то, трубы от котла идут на обогрев. Вот, я к ним припаялся. В общем, когда есть инструменты, заняло у меня этот тьфу. Вот, и повесил радиатор. Вот он. Ну, то есть получается такая комнатка теплая. Здесь при минусовой температуре, ну, например, на улице минус 5, ну, здесь 19-20 градусов. Так, ну, какие еще вопросы? Ну, в принципе, вот, глаза боятся, руки делают. В подвале было бы проще это сделать, потому что все-таки подвал утеплять проще. Вот, вытяжка там, как правило, уже есть. Ну, у меня подвал занят. Всякие там баночки, соленье, варенье. Вот. А вот этот чердак оказался совершенно не при делах. По полы я застелил пленкой целлофановой. Можно с старым линолеумом. Ну, это, в общем-то, вот, корм. Ну, и тут такой рабочий столик. Все под рукой. Это полы подметать, это мастерок-лопатка помет убирать с поддонов. Ну, вот так. Ну, это я, в принципе, показываю всю эту систему. Это пару вопросов было от моих подписчиков. А где и как вообще расположить этот птичник? И как эти клетки сделать, вот эту этажерку, подставку. Ну, в общем, вот. Вот. А здесь с торцов я закрыл это все дело. Ну, опять же, просто чтобы не смущать их, потому что вот они. Слишком много для них освещения получается. Поэтому я с торцов обычными ДВПшками перекрыл им доступ. Вот получилась такая конструкция. Спрашивайте, задавайте вопросы на что знаю, отвечу. Ну и само собой подписывайтесь на канал. Вдруг что-то выложу еще интересное. До свидания.